Ну, привет всем. Сегодня еще одно видео про краба, который ест сыр в данном случае. Вот вы видите, нравится ему очень-очень-очень сыр. Дал как-то попробовать, смотрю, плохо ему не стало, а ест его с удовольствием. Поэтому у меня ощущение, что он ест все, даю ему все-все-все, что он захочет, со стола практически кормится. Поэтому, ну, лишь бы ему было хорошо. Кстати, мандарины как-то давал, кто-то писал, что они ему не нравятся. Он все еще, и этот краб тоже любит мандарины. Привет еще раз всем. Сегодня мы убираем краба. И думаю, что вот краб подрос. Вот он таким стал уже. Ходит, бродит. Уже практически он вырос до состояния прошлого краба. Сейчас воду поменяем. Я решил ему вернуть полку сюда. То есть, пусть будет у него полка. Еще не ушла елка. Вот видим, елка есть у нас. Краб там нервничает. Поэтому надо сначала присоски поставить. Я ему освобожу тут. Освобожу всю. Вот чтобы присоски прилипли, надо чистенько, чтобы было. Чтобы не было камушков под присосками, иначе стоять не будет. А если без присосок поставить полку, то для краба это будет передвижной дом. Он так любит поднимать его своим горбом. То есть он подлезает под эту. Ну, уже пройден этап. Все надо крепить. Краб, он все хочет сдвинуть. То есть для него... Иди сюда. Для него все эти цацки, это все как бы игрушки какие-то. Поэтому если не закрепить полку, то все превратится в то, что вот. Хорошо. Модернизирую маленько. Ну, то есть не модернизирую, просто я ее соберу, как она была. А была она как-то так. Собиралась она вот так вот. Вот это основа. На эту основу собирается это. Вот. От старого краба досталось. Просто пока он был маленьким, ему эта полка не особо нужна была. Но сейчас вот ставим ее. Заход такой ему тут будет интересный. Думаю, этому понравится. По крайней мере, прошлому крабу полка нравилась. Ставим ее. Ставим. Так. Вот одна присоска присосалась. Вторая присоска присосалась. Держит нормально. Ну и третья присосалась. Все шикарно. Вот так вот. Сейчас мы его... Немножко не стал заход тут. А может его сбоку как-то поставить? Сейчас пытаемся. И вообще он не нужен. Вот так. Так. И так. Все шикарно. Встала. Теперь мы делаем ему заход на эту полку. Ой. О, зашло. Все, шикарно. Теперь засыпаем песочка туда, ракушку положим сюда, ну вот, и посмотрим, как он будет относиться теперь к этой, сделаем вот коряги эти положим, ему это все должно понравиться, потому что чем больше коряг, корм теперь есть возможность, вот положить ему на сушу его корм, чтобы не кисло. Так, засыпаем, короче. Засыпаем. Там он будет копать, это заранее известно, что... О, можно даже так положить, сделать ему там усадьбу. Кстати, да. Вот сюда побольше
побольше сюда засыпаю. Почему? Потому что ему копать понравится. Опять. Потом через день-два можно будет заснять, как что тут осталось фактически. Вот, а здесь сделаем такой угол, в котором он будет тусить. Вот там, я думаю. Он будет туда забираться, и там для него будет шикарное место. Да. Ну а здесь, что здесь? Здесь ракушки опять. О, сейчас песочком все это промоем водичкой. Краб шугается. Вот так вот. А здесь будет у него тусовочное место. Короче. Отсосем последнюю воду грязную. Ну вот, примерно так убираю. Теперь мы пошевелим все это, пошевелим. Какашки всплывут и высосутся. Ну, то есть я на самом деле не таскаю аквариум никуда, в ванну там или куда-то. Я тут воду на ходу меняю. Краб к этому привык уже, не первый раз он это дело видит. Конечно, ему интересно, пугается маленько, но не смертельно, что называется. Не смертельно. И так вот меняю воду, ну, 2-3 раза. Литра 4-5 заливаю. Вот так пошевелю. Стеклышки протру. И как бы получается достаточно неплохо. Ну, а как иногда бывает, как я уже говорил, полностью. Где-то там раз в месяц, в два. А то и даже реже иногда. Полностью, ну, выбираю. О, смотрите, куда полез. Вот для чего нужны вот эти трубочки. Чтобы своими клешнями вот этими не поцарапал он изоляцию. Для него это легко. Был уже прецедент, когда краб своими клешнями подрал изоляцию. Красавец. Мирный, кстати. Не кусается ничего. Если к нему не лезть. Правда? Куда краб смылся? А, он уже засныкался? Ну во. Пошел место искать. Я думаю, ему там понравится. Ох, понравится. Потому что там темнота. А где темнота, там крабу нравится. Он такой. Ему уголок надо такой, где заныкаться можно, там ему и классно. На самом деле. После смены воды краб сейчас пойдет гулять, потому что это проверено. Каждый раз, когда сменяю воду, краб становится жутко активным, он сразу просыпается, ему становится интересно, и он идет гулять. Все, проверяет все свои владения там. В общем, этот эффект уже не раз я наблюдал. То есть, если хотите увидеть активного краба, а если он пассивный, ну, поменяйте ему воду, и вы увидите, что краб у вас сразу станет активным. Будет ходить, бродить. То есть меняйте чаще воду. Вам же нравится спать в чистой кровати. Крабу нравится тоже в чистой воде. Ну вот, как я и говорил, краб уже вылез из-под полки, начал копать землю. Замечаем, да? Смотрите. Ну, сейчас я возьму другую камеру, чтобы его не тревожить. А то близко подходить не хочу. Он в удовольствии своем роет. Сейчас переключимся. Ну вот, значит, смотрите. Краб. Где наш краб? Вот наш краб. Он уже выбрался из-под полки. Хотя там ему было темно, хорошо. Но мы видим, что он
почувствовал чистую воду. Ну, а раз так, значит, какая может быть темнота? Вот он с удовольствием пускает пузыри, почувствовал температуру 25 градусов, чистую водичку, увидел новую для себя полку и ошалел. То есть ему сегодня будет, ну не знаю, сейчас вот сегодня старый Новый год, наверное, попразднуем, а ночью ему будет чем заняться. Он тут будет все изучать. Я даже включил камеру сегодня на ночь ему. Ну, обычно так, она все время включена, но тут одно время выключил, чтобы переключать. У меня теперь на него наблюдают три камеры, кстати. Вот одна камера, это D-Max, просто камера. Вращающаяся, я могу ее направлять влево, вправо, вверх, вниз, который обзор есть. И третья, вот тоже обзор был такой, ну вот сетевая камера, вот она сверху на него смотрит. Ну то есть можно, конечно, еще как-то разумнее это все расположить, но пока так. Очень удобная камера для наблюдения вот именно за какими-нибудь питомцами в доме, потому что вы можете и влево, и вправо, и вверх, и вниз повернуть. Вот. Ну а краб все забрался опять под низ туда. Видимо, напугали мы его все-таки своими движениями. Нежный он у нас очень. Нежный краб. Где он там? Давайте попытаемся его увидеть под водой. Вот я сейчас. Вот он там. Ну, копает. Его любимое занятие – это копать, конечно. Неважно, что там случилось. Вот. Не сверху, так снизу. Главное – покопаться. Все, ладно, на этом заканчиваю. Счастья вашим крабам, у кого есть. Ну, у кого нет, заводите себе такого питомца. Вас это не расстроит. Ну, возни добавится, конечно. Все, пока.